Татро Бхагаватана Дхармана Шикшет Гарватма Дайватаха Амаяяну Бритва Джойсту Сед Атма Атмаду Харихи. Татро Бхагаватана Дхармана Шикшет Гарватма Дайватаха Амаяяну Бритва Джойсту Сед Атма Атмаду Харихи. Гаурия Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад Чохол. Гаурия Гоштхипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, как понять, что кто-то против спутников Гуранги Махапрабху. И его самого Сисила Прабхупад сказал. И вот в одном из киртанов Шрила Бхактивинода Тхакур говорит такие слова. И вопрос, кто и как сможет понять, кто Гаура Виродхи, то есть тот, кто отвернулся от Гуранги. И вот Шрила Прабхупад отвечает, и Бхактивинода Тхакур тоже говорит, можно найти, что многие носят тилаки, малые повторяют харинам, соблюдают экадаши, можно внешне видеть, что они практикуют преданность внешне, но как понять, кто против Гуранги Махапрабху? Только и только Гаурия Гоштхипати Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад сказал, он ответил, чтобы понять, кто против Гуранги Махапрабху, кто отвернулся от Махапрабху и кто принял его, как понять разницу между ними. И Шрила Прабхупад говорит, чтобы понять это, если вы находите, что кто-то против Шуда, чистых гуру, вайшнавов и их сиддханты, и те, кто не хотят поддерживать чистую сиддханту в храме, вайшнавский, идеальный вайшнавский этикет, если мы находим, что они против гуру вайшнавов, что они всегда пытаются остановить харикатху, какие-то проблемы другим вайшнавам создают. И в этом случае можно сказать, что они гуру виродхи. Шрила Прабхупад говорит, что это естественно. Обусловленная душа, она всегда против чистой преданности. Обусловленная душа, она всегда против чистой преданности. Почему это говорю? Внешне можно найти, что они вроде бы в баджане находятся, эти обусловленные души. Посторонние люди находятся в обусловленном состоянии. Кто-то домохозяин, кто-то не может следовать какому-то вайшнавскому этикету, кто-то баджане совершает. Это пойдет более-менее, но это гораздо хуже, если кто-то принял внешне отреченный уклад жизни, какую-то шафрановую одежду, или саньясу, или брамачарию, носит тилаки, малые, вроде бы внешне все делает, но это более опасно, поскольку таких людей определить не так просто, но есть определенная техника, с помощью которой можно определить. Эта техника, это значит сиддханта, благодаря которой можно видеть, кто есть кто, кто против гуру вайшнавов, а кто за. И вот такова процедура. Если я люблю моего Гурудева, как это возможно, что я могу ненавидеть или ругать другую Гуруваргу? Если я люблю моего Гурудева, это значит его спутников тоже Гурутатва, значит это полное неразделимое, неделимое Гурутатва. Если кто-то выражает свое почтение Гурудеву и игнорирует и другую гуру-варгу, это значит, что у такого человека нет идеи, нет должного представления о гуру-татве. Шрила Прабхупад говорит, это естественно, что обусловленная душа, она всегда против гуру-вайшнава.
эти обусловленные души, они то, что против Гуру Вайшнав, это естественно. И кто-то на пути баджана даже находится, пользуется репутацией Гурудева, ситуацией в Мадхе и прочими вещами. И такие люди, они не могут обрести бхакти, что говорит Шрила Прабхупад. Я в его статьях могу показать одно за одним свидетельство о том, что говорит Шрила Прабхупад. И вот без милости гуру и вайшнавов это невозможно обрести бхакти. Без милости чистой гуру вайшнавов невозможно для нас обрести бхакти. Для обусловленной души не может обрести бхакти из-за своих собственных усилий. Это невозможно. Бхакти – это нечто уникальное. В Бхагаватам мы находим, Нарада говорит Юдхиштхире, Верховный Господь, Он всегда, Он хочет отплатить нам за то, что мы сделали для Него. Но даже мукти, Верховный Господь даже может дать вам освобождение, но бхакти нет. Хотя согласно Гауди Сиддханте мы знаем, что настоящая мукти – это не освобождение в безличном брахмане. Это не настоящая мукти, но согласно Гауди Сиддханте мы знаем, И вот в Бхагаватам говорится, что Бхагаван Бхакти Наден Ракен Лукайя. They don't like to give bhakti yoga. И вот в этой шлоке говорится, что Господь, Он это такое личное богатство Господа, бхакти, Он не хочет его раздавать. И вот суть в том, в тот день я говорил, что для Верховного Господа невозможно понять, что случается в этом материальном мире. Прямо он может, прямо не может узнать, но как-то косвенно он может узнать. Я приводил пример в прошлый раз, что Кришна он подобен Чит-Сурья, и та проблема, в которой мы находимся, она не настоящая, воображаемая. Мы страдаем, но Кришна смеется, что нету страданий. Мы иногда чувствуем какие-то наслаждения, иногда страдания, и как наслаждения, они не вечны, не имеют вечного основы, и те страдания, это боль, она тоже временна. И почему Кришна, как может Кришна это понять, наше чувство к тем вещам, которые не вечны. И вот Кришна, Он узнает все через гуру и вайшнавов. Кришна, Он... Это обычная процедура такая, которая установлена Кришной, что Кришна узнает все, но через чистых гуру и вайшнавов, что за страдания у обусловленных душ. И вот Апракрита Джагат, трансцендентный мир и материальный, то есть этот материальный мир – это искаженное отражение того духовного мира. Искаженное отражение. И нет у него вечного существования. Он не вечен. И когда Майвади спорили с Махапрабху, они говорили, что этот
Махапрабху отвечал, что этот материальный мир, он не вечен, он не сон, он просто не вечен. То, что мы видим вокруг, это все временно, но это не значит, что это ложно. И вот если Кришна Чит-сурья, то тогда эти преданные, они тоже в трансцендентной обители. Кришна находится в той трансцендентной обители. Но Гуру и Вайшнавы также, они находятся в этой трансцендентной обители. Как возможно для Гуру и Вайшнав понять ту ситуацию этих бедных людей, которые страдают, как это возможно? Если для Кришны невозможно это, то как для Гуру Вайшнавов это возможно, если они находятся на одинаковом уровне? Гуру Вайшнавы и Бхагаван, они все находятся на одном уровне, иначе нельзя их называть Гуру и Вайшнавами, которые не находятся на том уровне, где Господь. Если Гуру Вайшнавы не возвысились до того уровня, где находится Господь, то как они могут Ему служить непрерывно, если они не достигли Его? Из-за того, что они совершают такое непрерывное служение, поэтому они как раз Гуру и Вайшнавы. И вот непрерывно служить Господу, который находится в своей трансцендентной обители, и те, кто служит Ему, они, несомненно, тоже возвысились до Его уровня, иначе для них не было бы возможным непрерывно служить Кришне. И вот вопрос может возникнуть, если это для Кришны невозможно понять те страдания, которые испытывают люди в материальном мире, то как Гуру Вайшнавы они могут понять это, если они находятся в том же трансцендентном мире? И вот Джива Госвами Пад говорит, право это невозможно для Гуру Вайшнавов понять. Это болезненное состояние этого материального мира. Но все же возможно, и как это возможно, Джива Госвами говорит, что подобно тому, как во сне нам может присниться, что нас обокрали, мы что-то потеряли и страдаем от этой потери. Но в Бхагаватам говорится, вот такая шлока. Во сне может присниться, что кто-то нам отрезал голову. И когда мы просыпаемся от такого ужаса, то обнаруживаем, что голова на месте. И вот Бхагаватам говорится, что во сне, если вам что-то снится, вы чувствуете какую-то боль, какое-то страдание, но когда просыпаетесь, вы видите, что все на месте. А боль, она была практически такая же. Махарадж пример приводил. В Пури после Ратха-ятры один брахман арийский, он приехал, чтобы помогать в готовке на месте явления Шрилы Прабхупады. Вот, тысячи людей тоже приехали, все помогали, и вот этот... Кто-то пожертвовали какие-то деньги для кто-то одежду, кто-то еще этому повару. И вот он все упаковал. Все, что ему подарили, он все. И вот утром собирался уезжать, где-то в районе Балешвара жил. И вот вечером во сне ему приснилось. Еще кто-то украл его сумку с деньгами и прочими подарками. Он очень достаточно беден был, и поэтому очень распереживался, начал плакать.
причитать очень громко, что все потеряно. И все проснулись, спрашивали, что случилось. И вот он начал рассказывать, что все потерял, все украли. А спрашиваешь, а что украли? Вот сумку украли с деньгами, а где украли? Вон твоя сумка, не переживай. То есть во сне ему такой сон приснился. И вот еще история. Два брахмачари спали в одной комнате. Одному приснилось, что вор какой-то пришел, чтобы что-то украсть. А второму, который сверху лежал, он ему приснилось, что привидение какое-то пришло. И вот начал орать, что он сверху спал и во сне, когда ему приснилось, что привидение пришло, он от страха упал на того, кто снизу спал, а снизу, который спал, ему приснилось, что он вора поймал. И вот когда они проснулись, увидели, что ничего такого не случилось. So sapne siroschida yatha, this word is ekdam perfect. И вот такое в Ясадев Госвами вот в этой шлоке говорит об этих снах. И Джива Госвами говорит, что подобно тому, как во сне, когда вы смотрите какой-то сон, все это совершенно. Но имеется в виду практически те же чувства, что и в реальности вы получаете. Внешне вы можете наслаждаться. То есть, если мы в реальности можем чем-то наслаждаться в грубой форме, а во сне в такой, в тонкой, если мы наслаждаемся чем-то, даже в уме, это тоже опасно. И для брахмачари саньяси запрещено даже в уме и во сне общаться с женщинами. И женщинам, соответственно, тоже. Это для тех, кто брахмачари. Те, кто находится в отреченном укладе жизни. Но то, что матаджи не могут саньясу внешне принимать, но так или иначе, Йоши Цанга, и даже во сне для саньяси брахмачари запрещено как-то думать о противоположном поле. И я в тот день говорил, что саньяси должен относиться ко всем другим живым существам, как к своим детям. Любой дживатма, он должен проявлять любовь к ним, и как к детям. И вот Джива Госвами говорит, что вы правы, что Гуру Вайшнавы и Бхагаван, они находятся на одном уровне, и то, что невозможно для Верховного Господа прямо, то как это для Гуру Вайшнавов возможно. И вот когда Гуру Вайшнавы, они встречаются с какими-то бедными людьми, страдающими людьми, и видят их такое болезненное состояние, как вот пример с Нарадой и Читракету. That Muni too, they came and giving consolation. Вот к Нараде. What happens, Rajan? И вот два муни однажды пришли к царю, и этот царь был настолько его единственный сын умер, и от горя он не мог даже говорить, и он был императором всего мира, Читракета, по-моему. И вот он плакал подобно ребенку и не мог ничего сказать, его единственный сын умер. И вот Нарада с этим муни пришли, чтобы утешить этого царя, и как? Нарада и
Он пригласил эту дживатму, которая была, в общем, воскресил этого ребенка, который был убит другими женами, и Нарада, и он позвал эту душу и сказал, и эта дживатма пришла, это тело воскресло, спросил, почему ты уходишь отсюда, это прекрасное место, дом царя, ты можешь жить и наслаждаться своей жизнью здесь. И дживатма ответила, что все мои дела тут закончились, карма кончилась, как у всех есть своя карма с кем-то. Если эта карма сжигается из-за ваших отношений, то люди расстаются. И вот какие-то кармические связи, когда отрабатываются, то люди расстаются. И такова жизнь. Когда дживатма отвечает, и вот этот дживатма ответил, что все мои кармические связи тут кончились, нужно в следующее место идти. Нарада говорит, а почему тебе не остаться? Эта душа ответила, что не могу больше, все кончилось. И этот Читракету царь, он когда-то увидел, он понял, что это была иллюзия. Вот как в этой шлоке говорится, что без милости саду и гуру невозможно победить майю. Те муни-риши, находящиеся в высших мирах, они иногда, видя плачевное состояние этого материального мира, они сострадают, плачут. И в тот день я говорил о Прахлад Махараджи, который молился на Нарисимхе. О Господь, ты должен помочь им. Кто еще может помочь? Ты должен помочь им. Иначе они не могут обрести спасение. Прахлад Махарадж много вещей говорил, если мы узнаем. Смотрите, только Прахлад Шикша, если мы... Просто Прахлад Шикша, учение Прахлад Махараджа достаточно. Чтобы и вот одного учения Прахлада Махараджа достаточно, как, например, если вы чесотка у вас развилась. И тогда Прахлад Махарадж приводит пример, что какой-то доктор может сказать, что не нужно чесать вашу чесотку. Нужно использовать какое-то лекарство. Если расчесывать, то это место, которое чешется, то ничего хорошего не будет. И мы должны быть очень осторожны, иначе вот можно до крови расцарапать. Но во сне можно спать и чесаться так непроизвольно. И утром обнаружить, что до крови расцарапали. Хотя доктор сказал не чесать то, что чешется, поскольку это опасно. Но во сне кто-то может так непроизвольно чесаться, и новая проблема возникает. Прахлад Махарадж привел прекрасный пример. Не думайте, что те люди глупы. Они глупы, но все же у них есть их сознание, но пребывает в спящем виде. Они знают, что то есть люди могут знать, то есть те, кто соблюдает брахмачарию, если они потеряют эту брахмачарию, то ничего хорошего не будет, но майя, она очень могущественна, я могу провозглашить,
если кто-то может спасти обусловленную душу, я могу принять пыль с его лотосных стоп. Настолько опасная ситуация во всем мире. Even one 5-6 years old boy or girl cannot say himself or herself. Nobody going to think over this point. So dangerous situation creation. Who can hear a prakita harikatha? И кто может слушать трансцендентную харикатху? Who? И та шлока, с которого я начал, как слушать Бхагавад-катху, каково условие, как обусловленная душа может избавиться от майи. Татро сикшет, татро сикшет Бхагавад, татро Бхагаватана Дхармана сикшет Гурватма Дейватаха. It's just non-different from Krishna, Supreme Lord. Гурудев, он не отличен от Шри Кришны, Верховного Господа, если я посмотрю. Как-то пренебрежительно на Гуру Вайшнава, что кто-то может там, какой-то Вайшнав слишком беден, кто-то болеет чем-то, что Вайшнав заболел, как возможно такое, это может стать причиной нашего падения. Такое материальное восприятие Вайшнавов. Кто-то в какой-то вайшнав может гневаться, но хотя вот Шрила Шанта Госвами Махарадж или Кешава Госвами Махарадж лилу гнева являли, то это не значит, что они не вайшнавы. Вриндаван Дас Такур он тоже не гневается, но как они могут так такие жесткие слова использовать? Как Вриндаван Дас Такур говорит, что я привожу так много доказательств на те, кто не примут их, таких грешников, я готов пнуть по голове. И вот эти все аргументы, все доказательства этого Вриндаван Дас Такур, если мы поймем это, каждое из его доказательств, оно поможет нам возвыситься, но из-за оскорблений мы не всегда можем их осознать. Шрила Прабхупад говорил об этом, что мы слушаем много харикатхи от могущественных гуру вайшнавов. Но все же в следующий день я могу более подробно рассказать об этом. И вот таким образом это состояние обусловленной душ. И сейчас это очень сложно, как спасти обусловленную душу от клещей майи и помочь ей или ему достичь духовного мира и совершать служение нитя-сева. И вот совет дается такой. Гурудев, он не отличен от Шри Кришны, Верховного Господа, он подобен Бхагавану. Кто-то может спросить о Вриндаване Джайдхване. Таким образом, говорят, Джай Гурудев, Бхагаван ки джай, но это правильно или нет? Но с одной стороны, это правильно, а с другой стороны, мы не должны говорить об этом, поскольку люди не поймут этого. Хотя спаси Данте правильно. Как, например, Ом Вишнупад или Прабхупад, кто-то спорит насчет этих титулов, какой титул более возвышен. Хотя это мелочи. Если мы будем уделять внимание бхакти и служению Кришне, то мы не будем таким мелочам внимание уделять, а кто-то концентрируется на каких-то мелочах, развивает анартхи в себе, и как можно помочь такому человеку. Я вот ответил, что самое сильное лекарство. И вот что, харикатха.
Могущественного источника слушания такой харикатхи — это самое лучшее лекарство, оно изменит всю нашу жизнь. Если нет, то значит у нас какая-то проблема, какое-то оскорбление, и мы должны обнаружить, когда и как мы смогли совершить оскорбление и избавиться от этого оскорбления. Иначе очень опасно. Иначе иметь такое оскорбление очень опасно. Обусловленная душа, естественно, что они не хотят слушать сильную харикатху, поскольку она подобна лекарству, как какой-то ребенок. Он не хочет есть горькие лекарства, спорит, пытается убежать. И в Бхагаватам приводится пример, что мать в итоге дает ему какую-то сладость при условии, что сначала он съест какое-то горькое лекарство. И вот этот ребенок, он... Соглашается съесть что-то горькое в обмен на что-то сладкое. Цель матери не принести какую-то боль ребенку из-за того, что он ест горькое лекарство. То есть просто кормить его горьким. Горьким — это не цель матери, а цель, чтобы он выздоровел. Единственная причина, по которой она дает это лекарство, чтобы ребенку помочь. И вот харикатха. Иногда можно чувствовать, что какая-то слишком сильная харикатха, но все же мы должны принять. Мы должны принять ее, нет другого пути. И вначале можем чувствовать как какие-то неудобства, но мы вскоре почувствуем, что она сладка, и становится все слаще и слаще. И таким образом, если какое-то оскорбление, вот в этом главная проблема. Если какие-то грехи, то это не столь важно, они, можно их, от них избавиться, но оскорбление гораздо более опасно. И вот Джива Госвами приводит пример, что подобно тому, что во сне мы видим, все оно как бы... происходит, но не настоящее, подобно сну. И также Гуру Вайшнава, когда видят страдания живых существ, они тоже видят их подобно сну, поскольку внутри они всегда заняты служением Кришне. Если Гуру Вайшнава не прекратят свое служение и будут пытаться как-то спасти этих обусловленных душ, как-то им помогать начнут, то это не одобрено в шастрах. Шрила Прабхупад, когда едет в Калькутту, чтобы как-то помочь каким-то обусловленным людям, но Шрила Кешода с Бабаджи Махарадж, хотя он сказал ему, что ему не нужно ездить в Калькутту, но в Кали Браманду, но Шрила Прабхупад говорит: нет, я не еду в Кали Браманду, я еду в Гаудия Матх, который есть частица Вайкунтхи. Вайкунтха Пранган. И туда я еду, чтобы говорить харикатху, чтобы воспеть славу Верховного Господа. И поэтому я не еду в Калькутту, в Кали Браманду. И вот мы не можем доказать, что Шрила Прабхупад едет на проповедь, он прекращает свой харибаджан. Нет. Один ученик Вамана Госвами Махараджа говорит: Гурудев,
что толку сюда приезжать не нужно. И вот он, Вамани Госвами Махарадж, сказал такое, один его ученик, что Гурудев, больше не надо сюда приезжать, опасно, тут баджан потеряем. И Вамани Госвами Махарадж засмеялся, что такое баджан. Ну вот, харинам тут не можем повторять, беспокойство одни. И Вамани Госвами Махарадж сказал, что в тот день, когда ты осознаешь, что харикатха – это лучший из, из видов харибаджана, то ты достигнешь совершенства, станешь сиддха махатмой. И в тот день, когда вы осознаете полностью, что настоящая харикатха – это лучший из баджана, из видов баджана, если я говорю 2 или 3 часа харикатху, то нет возможности для меня как-то соприкасаться с материальными людьми. Если я иду на рынок, например, то можно забыть на какое-то время о Кришне. Или куда-то идти по каким-то делам, можно так потерять связь с Господом на какое-то время, но во время харикатхи, харикатха, что значит? Это значит, что тот, кто, где происходит настоящая харикатха, тот, кто говорит харикатху, он находится в связи с Вайкунтха Джагатом, трансцендентным миром. С Вайкунтхой. Иначе для него невозможно говорить настоящую харикатху. Поэтому настоящая харикатха – это лучше из баджанов. Если мы совершаем киртан для Кришны или для Шивы, здесь, например, то это хороший баджан. Если пойти к себе в комнату, и там можно уснуть, и это уже не будет таким совершенным баджаном. Мы должны... Мы должны от... Махарадж приводит пример такой, что мы должны открыть наше сердце, и если там какая-то грязь есть, то какие-то плохие люди придут и заберут эту грязь. И не нужно скрывать свои недостатки какие-то, можно потом, не надо доказывать, что вы великий вайшнав, впрочем, вы стоите, не нужно скрывать свои недостатки, поскольку если вы их не скрываете, они пропадут. И вот в тот день я говорил, нет у нас никаких врагов. Главный наш враг – это мы сами. Чистые гуру вайшнава видят, что нет никаких врагов, кроме их самих. Внешне можно видеть в даке, например, все против Гаудия Матха, все вот, прям категорически против. Советуют ничего не давать, не давать ни рису, ни далу, ни воды, вообще никаких денег, и не кооперироваться никак. И, но Гаудия Матха – это не что-то материальное. И что можно остановить рис, поставки риса и дала, и Гаудия Матха умрет? Нет. Гаудия Матха – это не какой-то дешевый клуб кали. А сейчас, к сожалению, так происходит, что из Гаудия Матха получаются какие-то клубы кали, а не Гаудия Матхи. Что такое настоящий Гаудия Матх? Гаудия Матх, он может существовать только по милости и Сиддханте Шрилы Бхактивинода Тхакура и Шрилы Прабхупады и всей нашей Гурварги. You cannot run Gaudiya Math. Глупат Падма часто говорил, что мы не можем поддерживать Gaudiya Math. That power is not
мы для себя не можем поддерживать и защитить. Нам нужен какой-то защитник, его имя Гу. И кто нужен? Это Гуру Вайшнава, это Шрила Прабхупад. Из Махабхарата мы знаем, что те, кто уже пересек. Например, приводится такой с рекой. Если мы хотим переплыть реку, то сами должны переплыть и помочь другим переплыть. Если кто-то не знает, как плавать и как помочь людям пересечь реку, то в итоге сами утонем и людям утонуть поможем. И вот, хотя мы не читаем Махабхарату, Шрила Прабхупад и Бхактивинода Тхакур говорили, что мы должны изучать читание Бхагавату каждый день, если у нас нет оскорблений, то тогда мы обретем бхакти. Каждый день мы должны читать читание Бхагавату непрерывно. И вот Шрила Прабхупад говорит, если мы изучаем Махабхарату, то там, никакого заключения из этого не сможем сделать. Там все слишком запутано, можно понять неправильно, у нас нет такого силы разума, как вот в этой шлоке говорится. Это для Госвами возможно. Если мы видим какую-то лилу в Махабхарате, что можно подумать, что это случается в Махабхарате, о чем мы не можем этого делать, мы не будем сконфужены и ничего, помощи нам в этом не будет. В следующий день я буду говорить о том, кто может вести весь мир, только совершенный вайшнав. Чистый вайшнав, он может вести весь мир. Обусловленная душа не может поддерживать себя даже. Что говорить о остальных? Такова ситуация, враг, он находится внутри нас, кама, кротха, лобха, моха, мада, мацарджа. Это мацарджа, она самая плохая. Наротам Тхакур, он не мог найти это мацарджа, это зависти. Вожделение можно занять как-то в служении Кришны, гнев тоже можно как-то занять. И вот в киртанах Наротам Тхакур там описывается, как использовать вожделение, гнев, жадность. All your spiritual, you know, building, break down. Follow. Tirinam tarito. You can make some garbage. So you will have to expose the dirtiness there inside. You see, O Guru Vaishnava, there is so much dirty inside me. When expose, then Guru Vaishnava can help you. Да, зависть нельзя использовать в этом служении Кришне. То есть не нужно скрывать свои недостатки, поскольку если кто-то будет критиковать нас за эти недостатки, смотрите, Бхактивиген Бхарати Махараджа много раз говорил, критиковать и говорить об абсолютной истине – это разные вещи. И вот Бхарати Махараджа говорил, что говорить о абсолютной истине и критиковать кого-то – это совершенно разные вещи. И Гуру Вайшнава, они очень сострадательны, они не хотят никому критиковать, они могут показать нам на чем-то примере то, что не нужно делать,
чтобы предостеречь нас от какой-то опасности, они могут делать это для этого. Если мы критикуем кого-то, обусловленная душа может наш, как-то на 60% уже освобождены, но 40% обусловленности осталось. И одна обусловленная душа, если критикует другую обусловленную душу, то значит, она заберет все недостатки себе и станет более обусловленной. We are going to one-minded soul. When going to criticize somebody, then you will have to concentrate on his character. Поскольку если кто-то кого-то критикует, он думает о действиях объекта своей критики, его недостатках, и поэтому эти недостатки к нему переходят. И поэтому мы должны быть очень осторожны. И вот гуру вайшнавы иногда вынуждены говорить жестко, но они не получают наказания за это, поскольку они очень сострадательны, они хотят спасти нас. И мы не должны гневаться на них. Если гневаемся, то мы никогда не сможем стать успешными, и какова ситуация обусловленных душ. Вся это, иногда они становятся полубогами, иногда еще выше возвышаются, как становятся каким-то риши и муни. И так может достичь Брахмалоки. Но все же нет гарантии, нет настоящей безопасности. Даже если мы достигнем райских планет или Брахмалоки, все там не вечно. В тот день я говорил, что Индра, вот этот текущий Индра, он тот, кто занимает пост Индры, он все равно через какое-то время он вынужден оставить это положение Индры. Следующую калпу Бали Махарадж, он будет Индрой. Он возьмет этот кабинет Индры. И вот такова ситуация. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур, он плачет и пишет много киртанов на эту тему, чтобы спасти нас, и это зовется Вайшнав. Вайшнав — это тот, кто всегда хочет защитить, помочь как-то обусловленным душам. Вайшнав — это не тот, кто говорит очень сладко, чтобы убить вас и чтобы больше погрузить вас в майю. И сейчас можно видеть, что какие-то политики Махарадж говорит, что какие-то политики, они пользуются какой-то ситуацией в свою пользу. У них нет беспристрастности настоящей. Только такие, как Парикшит Махарадж, Юдхиштхира Махарадж, они по-настоящему беспристрастны. Они имеют любовь ко всем. Но далеко не все. Прохлад Махарадж, когда он был царем, он ходил вечером, одевался, переодевался в простую одежду и ходил как бедняк, смотрел, что происходит в его городах и деревнях, смотрел, что происходит, насколько милостив он был, даже Рамачандра. Иногда посылал кого-то, иногда сам шел узнавать, что там в народе происходит. И какова ситуация в стране? И вот Прохлад Махарадж ходил в одежде такого простого бедного человека и смотрел, что происходит. Иначе как можно решить?
их проблемы. И таких много примеров в Бхагаватам Махабхарате тоже об этом рассказывается. И таким образом, в один день Прахлад Махарадж, он встретился с Дататри Риши Аджугар Тапаси, который лежал как питон, ему ничего не нужно было. Он просто, кто-то пришел к нему, дал ему какие-то, какую-то еду, пури, сладкие шарики и прочее. Но он съел и дальше спал. И Прахлад Махарадж, он мимо проходил, когда его спросил, как ты чувствуешь такое счастье, ты очень здоров, силен, мог бы работать. А этот человек никогда ни с кем не говорил, но он знал, что он Прахлад Махарадж. И начал отвечать. Как на выбор, если... Когда он соблюдает Маунавраду, но когда вайшнавы приходят, то он эту Маунавраду не соблюдает. Ну, имеется не соблюдает, а ну, смысл Маунавраты в том, чтобы не говорить с какими-то материалистическими людьми, а если приходят вайшнавы, то смысл... А соблюдение браты теряется, это успех в баджане, а общение с возвышенными вайшнавами. Как Шрила Бхакти Валлабхи Тхакур Махарадж однажды, он совершал Гаутан Парикраму и зашел в храм своего брата в Боге. Они, это Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, он установил эти божества. И вот Шрила Бхакти Валлабхи Тхакур Махарадж пришел, никого не было там. И один брахмачари там, он что-то мычал, ничего не сказал, а Махарадж не понял, а что-то спрашивал этот брахмачари, только что-то мычал в ответ. Ну, такой глупый был брахмачари, вскоре он пал. Вот Бабджи Махарадж, когда совершает парикраму, он тоже не говорит ни с кем, но если... Вот в этот раз, последний раз, когда он был на Гавадхане, совершал парикраму. И вот Махарадж, когда на Гавадхане находится, он один раз или два раза совершает парикраму и отдает ее плоды всем остальным. И иногда в честь Гуру Махараджа или Кешава Махараджа совершает парикраму. И Махарадж пример такой приводит, например, заработаем какие-то деньги, можно заплатить зарплату или часть зарплаты матери отдать ей, когда надо, потом забрать, а если сами будем, ну, с собой деньги носить, то можно их потерять или потратить не туда. Поэтому, когда мы совершаем парикраму, мы не должны просить какого-то богатства, что-то, то все. Когда мы совершаем парикраму, мы должны говорить, вот Гирирадж, результат этой парикрамы я отдаю Гурудеву и Шриле Прабхупаде. Когда надо, они вернут нам результат нашей парикрамы и дадут силу. Если плод от парикрамы... All around the world, you need not speak Harikatha. You can simply go around, somebody can give. Maybe $1, $2, $5,
То есть, если просто собирать деньги от народа, ну, как мы все наблюдаете, кто-то ездит по разным городам и странам, просто Хари Катху не говорит, а просто деньги собирает. И такое явление возникает, как богатый сада. А еще так, получается, что такие люди делят районы влияния, что если они там деньги собирают в саду какой-то одной деревне, то других саду они уже категорически туда не пускают. И вот такая ситуация сейчас в мире. Все получается, какая-то больница, где свои там врачи, доктора расставлены, и никого другого не пускают. И вот Прохлад Махарадж пример приводит, что люди не могут избежать майи, это невозможно, поскольку я привожу пример, что это опасно, но все же кто-то не может удержаться, органы чувств, они стремятся, майя, она тянет их в различные стороны. Наши глаза стремятся в одну сторону, уши в другую, язык в третью. Кожа чувства осязания в другую сторону, и все остальное тоже куда-то стремится. Если у нас есть колесница, прекрасная колесница с несколькими лошадьми, четыре, например, могущественных лошади. И если эти лошади будут тянуть колесницу в разные стороны, то куда она поедет? Одна лошадь на север стремится, другая на юг, третья на восток, четвертая на запад, и в итоге эта колесница может разломаться. И такова плачевная ситуация обусловленных душ, пытайтесь понять это всем сердцем. All around. Jivai kato vachita vikar sadima agitutta sid sisna anna tahasta kudaram stavas kutaschit. All everywhere. My eyes here, Maya, here, here, tongue here. I like to eat meat and fish. Enjoy yourself this formula of my life. This way, кто-то всегда стремится к наслаждению, но... into hell very quickly. Very quickly I like to take myself and fall here. So who can give the leadership? Who can speak nicely? Sweet katha? Harikatha I cannot speak. But harikatha means my ideal. Что значит харикатха? Харикатха – это идеал, нельзя использовать слово харикатха к каким-то несовершенным вещам. Кто-то говорит очень сладко, оскорбляет Шрилу Прабхупаду, рассказывает, что организация Шрилы Прабхупады развалилась, и какой глупец может говорить об этом, хотя такие люди, которые говорят, посты Ачари часто занимают, что Шрила Прабхупада организация организовала, а не Гауди Матх, даже слово Гауди Матх боятся сказать. И я думаю, такие люди, они тоже уже развалились. И кто-то, говоря так, обманывает тысячи людей. И такова ситуация, и сейчас обусловленные души, я уже сказал, что они не обретают бхакти прямо через Гуру Вайшнав, они могут обрести бхакти. И в тот день я говорил, что те нитья мукты, они никогда не видят такое плачевное
положение этого материального мира, поскольку они никогда не встречаются с майей. Они не знают, что такое майя. Они были всегда в том духовном мире. Они произошли из Санкаршана Баладева. И вот относительно этого я хочу сказать, что они вечно присутствуют, но все же я могу сказать, что они исходят из Баладева, из Нитянанды, хотя они вечны, но все же. Когда это началось, неизвестно, сначала, но что значит начало? Значит, они вечно существуют, и вот их одно, соответственное служение, их это сварупа, она постоянна или нет? Но постоянно, поскольку с самого начала они совершают свое служение с незапамятных времен. И это Господь организовал так, что они служат Ему. И таким образом те вечные спутники Верховного Господа, такие Нитья-мукта, Дживы, их сварупа, она постоянно. Но в Джавадарме и других каких-то книгах иногда мы Шрила Прабхупад и Бхактивинода Тхакур говорят, что санга – это коренная причина свабхавы. Вот на бенгали так звучит. Санга – это наш характер, наше поведение, оно формируется благодаря общению. И вот и много раз я объяснял эту шлоку. И вот благодаря саду-санге, даже немного саду-санги, часть секунды, если даже оно принесет нам великий успех достичь Галока Дама Вайкунтхи и обрести Кришна Прему. И Кришна Бхакти Джанамамул Хой Саду Санга. Кто-то спорит, что если Кришна... А почему тогда, если Кришна Бхакти Джанамамул Хой Саду Санга, если коренная причина Кришна Бхакти это Саду Санга, и причина Кришна Бхакти это Саду Санга, и как можно думать тогда, что сварупа дживы постоянно, и вот спор возникает на этой почве. Кто-то говорит, что если мы например, что сварупа дживы постоянно, то тогда можно подумать, что Кришна, он пристрастен. Почему он кому-то дает возможность служить как гопи, а кому-то как слуге? И кто-то в Шантарасе, кто-то в Дасе, кто-то в Сакхе, и поэтому люди не принимают такое положение вещей. И я в тот раз приводил пример, что как энзимы, они, эти ферменты, которые помогают переваривать нам пищу, эти секреты этих желез для сладкого, соленого, кислого, горького, различные эти энзимы вырабатываются. Если один фермент будет спорить с другим, почему я должен там соленое есть, а ты сладкое, давай меняться. И оно, не смотрите, не спорят. Они все служат для одной цели. Их высшая цель, чтобы защитить, чтобы работать на благо всего организма. И таким образом они существуют и делают свои обязанности.
И Шанкар Бхагаван может сказать, что не буду заниматься таким сложным служением, уничтожать весь мир, лучше да, сам занимаюсь этим. Шанкар Бхагаван может ли он так сказать? Shankar Bhagavan can speak this way. I cannot take responsibility. If Shankar Bhagavan can speak this way, I am not going to destroy. You can get it done by somebody else. Shankar, ну смотри, Шанкар Бхагаван не говорит, что не буду исполнять свои обязанности, поскольку такая сложная работа. И Брама тоже не возмущается, что он занимается какой-то раджасической деятельностью, творением. И если никто не будет исполнять свои обязанности, то все развалится. И также я уже сказал, что последняя шлока. Бхавана калпа викалпа си нам бимуйяти кахинхи. Этат мадам самадишто парамена самадина. Бхавана калпа викалпа ишу нам бимуйяти кахинхи. Never you can get puzzled. Never you can break down all my blessing on you. You have to carry out my order. И Кришна говорит, что вы должны исполнять, если, вот Кришна говорит им, что если дал вам такое служение, вы должны исполнять его. И как Шрила Бхактивиданта Мадхава Госвами Махарадж Хагрива Брахмачарья будет спорить с Шрила Прабхупадой, что не могу то делать, не могу все делать, что нужно ходить, встречаться с какими-то материальными людьми. А почему вот Шрила Пури Махараджу дали служение, что он просто сидит и пишет, никуда ходить не надо. И вот если бы так было, то все бы развалилось. You will have to carry out the supreme commander. Мы должны исполнять указания Верховного Главнокомандующего. Наша обязанность исполнять свои обязанности, а не судить о чужих обязанностях, поскольку мы забыли, что мы отдали себя в руки Гурудева. И поэтому наша дикша несовершенна, если мы забываем о том, что мы предались Гурудеву и как-то оспариваем указания Гурудева или делаем что-то похожее. Наши желания и желания Гурудева должны быть одинаково, если мое желание, оно равно желанием Шрилы Прабхупады Бхактивинода Тхакура Гуру Махараджа, и тогда мы обретем силу дикши. Иначе нельзя найти силу дикши в нас. Может, кто-то говорит сладко, чтобы обмануть нас, но это не доказательство, что человек вайшнав. Кто-то слишком сладко говорит, это не значит, что этот человек вайшнав. Это не доказательство того, что 100 тысяч людей слушает чью-то харикатху, чьи-то лекции, это не значит, что тот человек вайшнав. А кто может судить гуру вайшнава? Могут услышать одно слово и определить, что и что. Что это какая-то материальная лекция, хотя настоящие гуру вайшнавы, у них детектора и подобные радары в их сердце, они сразу определяют, что и что. And who is going to watch the Harikatha of Prabhupada? Maybe 50 people. That is why now Prabhupada told. А сколько людей слушают Харикатху Шрилы Прабхупады? Гораздо меньше. И поэтому Шрила Прабхупад сказал, что мне я хотел создать 50 мобильных живых гаудия матхов.
хотя те, как, например, если какой-то саду поедет в Америку, там станет Гаудемат. Если в Даку, то в Даке Гаудемат появится автоматически. Не нужно что-то строить и прочее. Я привожу практический пример Бхакти Вивека Бхарати Махарадж. Он был отправлен в Даку. Там много мусульман было, они тоже наши братья и сестры. Они тоже иногда слушают Харикатху. They are going to take both political leader, they are going to take undue advantage. They want to arrange fighting with each other. Why? Let them follow their own mark. What fighting? То есть, если они следуют своему пути, пускай следуют. И вот Бхарати Махарадж, этот он был на поле какой-то корпорации. Corporation means one organization set up to take care of the city. В общем, какой-то организации для этого. Navadvip Paura Sabha Corporation. They are taking care. Civic это, care. Как это мой муниципалитет какой-то. The corporation field was vacant. So Bhakti Bhakti Maharaj, without mic, no seat, nothing, open field sitting here. И вот он сидел на этом поле и говорил Харикатху. Oh, so long. Tall figure started speaking Harikatha. Where from thousands of people coming? И откуда да пошли тысячи человек, чтобы слушать его, хотя не было ни микрофона даже у него. Это Харикатха, которая может изменить сердца людей. Она и есть настоящая Харикатха. Харикатха – это не давание наслаждения публике. Как пример такой, если какой-то доктор… Но ведь то, что кто себя не излечил, как он может других излечить его? А этот Бхарати Махарадж, он сидел просто в поле, говорил Харикатху, и в то время какой-то знаменитый лектор по Бхагаватам из Шантипура, он был приглашен туда. И вот он говорил Бхагавад-катху, там где-то рядом, но когда наш Бхакти-вивек Бхарати Махарадж начал говорить Харикатху, почитание Бхагавати, то очень скоро все люди к нему начали приходить. Они чувствовали какую-то силу, какое-то могущество. А этот лектор Шантипура говорил, но не было такой силы в его словах, и поэтому проповедь Гауди Матха, она началась. И кто-то, если хочет заявить о себе как о проповеднике, не видя заслуг Гуру Варги, то это глупо. Если кто-то заявляет о себе как о проповеднике, и таким образом обусловленные души, они, если они встретятся с чистыми гуру вайшнавами, то только тогда и тогда, когда они встретятся с чистыми гуру вайшнавами, у которых нет ни капли корысти, те, кто полностью посвятили свою жизнь ради Шри Чайтаньи Махапрабху, и только они могут говорить о настоящую Харикатху, которая принесет нам настоящее благо, иначе нет. И вот каково состояние пограничное татастха состояние бадхаваста обусловленное и мукта освобожденное. Не те мукты, и те, кто есть, те, кто сейчас получает освобождение и присоединяется к нитям муктам,
и все мы им должны выражать такое же почтение, как и вечно освобожденным. То есть мы можем выражать такое же почтение вечно освобожденным и те, кто достиг освобождения. Не нужно их разделять. И вот кто-то спорит, что если санга настолько важна, если санга — это причина Кришна-бхакти, то как это? Кто-то может говорить, что их сварупа определена и неизменна. Как можно сказать тогда, что она неизменна? Если коренная причина бхакти — саду-санга. И вот Кришна наверняка как-то не имеет беспристрастности, если он раздал как-то эти кому-то больше дал, кому-то меньше в отношении Дживасварупы. И вот сейчас главная тема — это единство в различии, различие в единстве. Я приводил пример, если бы Хаягри Брамачари говорил, что в Шри Прабхупаде, что вы его дали служение Правананде Брамачари, служение такое, что он просто сидит и пишет, а мне нужно ходить там, пожалуйста, не собирать, что-то строить, пятое, десятое. И, ну, смотрите, если Шрила Прабхупад, он решил занять нас в этом служении, то да, значит, это идеальное служение для нас. Или кого-то в другом служении, то это идеальное служение для него. И в Чайтанья Чаритамрите говорится, что Махапрабху говорит Рупи Госвами, что все расы, если мы беспристрастны и находимся на нейтральном уровне, то если кто-то спросит, какова раса она наилучшая. Вот это изначальная раса, она наилучшая. Но Махапрабху говорит, смотрите, он сам Шри Кришна. И вот Шри Кришна Чайтанья Махапрабху говорит, о рупа, все расы, они уникальны. This jiva is going to enjoy sakha rasa, dasa rasa, she is going to enjoy, you know, какие-то дживы получают какие-то различные расы, и Махапрабху говорит, все расы, они уникальны, они все великолепны. All respected devotees, they are thinking that my rasa is very nice. Follow? И все преданные, они считают свою расу уникальной и великолепной, и она наилучшим образом подходит для них. Но если мы будем находиться на нейтральном уровне, то тогда оттуда можно увидеть, что эта изначальная раса, она наилучшая. Но если кто-то скажет, что Кришнадас Бабаджи Махарадж в Сакхи-расе находится, и кто-то говорит, а кто-то в Мадхури-расе, то если мы будем говорить, что один лучше другого, то это глупо. И вот смотрите, внутри Мадхурия расы, все другие расы уже в ней. Как, например, если кто-то дал, у нас есть 100 рупий, то в 100 рупиях и 50 рупий есть, и все остальное. Такие в Мадхури расе есть все остальные расы, когда Бали Махарадж хотел дать целый континент Вамане. Вамана сказал, что не нужно мне кусок земли всего нужен. А сколько? Вот три шага.
О, глупый браман, что ты будешь делать с этими тремя шагами? Тебе даже сесть неудобно там будет. Зачем тебе так мало? Я великий царь, могу тебе дать целый континент для тебя. Ну, хотя бы там страну какую-то, ну, пять деревень, ну, если уж совсем тебе ничего не надо. Ты не знаешь сейчас вот, своих потребностей. Ну, смотри, что имел в виду Бали Махарадж и Ваманадев. Бали Махарадж был... Он, благодаря прохладу Махараджу, он развил такой разум, такую преданность. Он также один из махаджан. И вот таким образом нет никаких противоречий в этом. И кто-то говорит, что Кришнадас Бабаджи Махарадж являет сакхирасу, и зачем спорить, как-то критиковать его за это. Его письма Киркиртан и прочие действия, они показывают, что за раса у него, а если мы стремимся о какой-то славе и говорим об этом, то что толку? Кто такой вайшнав, а кто нет, обусловленная душа не может ответить. Обусловленная душа не может определить, кто вайшнав, а кто нет. И часто так можно видеть, что такие обусловленные души считают вайшнавами тех, кто только сладко говорят и приносят какие-то материальные блага. А такие, как Шрила Бхакти Кумудшанта Госвами Махарадж, которые говорят жестко, они не считаются вайшнавами с их точки зрения, и это такое плачевное состояние этого материального мира. И вот единство в различии, различие в единстве, что я хочу сказать, Адвайгьян Таттва. Хагрив Брамачари никогда не спорил с Шрилой Прабхупадой, чтобы забрать служение, которое дал дано Пранаванандже Брамачари. И как Шанкар Бхагаван, он никогда не спорит с Кришной, что я не могу совершать это служение, давай найди кого-то еще. Нет, он не говорит так. Он исполняет свои обязанности. И вот обусловленная душа, они... Кто-то спорит насчет этой темы, кто-то насчет другой. И если иногда вопрос возникает, как кто-то спрашивает, что сначала семя или дерево, что первое появилось, кто-то скажет, что семечко, а дерево откуда появилось, а точнее семечко откуда, из дерева. А если дерево первое, то дерево как выросло из семечка. То есть такая неразрешимая задача. В следующие дни я могу продолжить говорить об этом. И вот об этой плачевной ситуации, об условиях душ и как можно развиваться в баджане, пересечь эту реку Вираджу и сияние безличного брамана. И также можно достичь садаши в дамы и возвыситься дальше до Вайкунтхи и выше. И после этого наш Гопакумар, он пересек все и достиг Кришны как его друг. Гопакумар присоединился к Лиле Кришне как его друг. Да, мы все вечные. У нас есть какие-то отношения с Кришной, но мы должны обнаружить это. Но сейчас мы находимся в таком растерянном состоянии и не можем понять должность Сиддханта, но мы должны, не должны неправильно понимать Гуру Варгу, Шрилу Прабхупаду, Шрилу Бхактивинода Тхакура, иногда их слова непонятны сразу, как
где-то говорят, что все дживы имеют постоянную сварупу, а что Джива Госвами говорит, что Чайтанья Махапрабху день за днем мы будем обсуждать это. И в следующий день явления Шринивас Ачарьи и Рамачандра Кавираджи, Гопал Бхатта Госвами, и вот и также Шрила Бхакти Вайбав Пури Госвами Махарадж, день ухода, явление, точнее, день явления 15 числа будет. А потом около Гора Пурнимы, там день ухода. If I make some mistake, I can get lost. So I'm praying unto their Lotus Feet to bless me. So, Vanchakalpudurusikipasin bhavitipatitan bhavanabhavashyam yun.